Bună seara! Fotbaliștii echipelor Milsami și Zimbru au felicitat doamnele cu ocazia zilei de 8 martie. Jucătorii formației din Orhei au oferit flori femeilor la aeroportul internațional din Chișinău, unde manager este Petru Jardan, unul dintre conducătorii clubului. Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, sărut, femeie, ochii tăi, de lacrimă și de scânte, de împărate și de zee. Sărut, femeie, ochii tăi. Am venit să veselim puțin doamne și domnișoarele că este o zi importantă pentru dânsele și sper să meargă tot bine. Нужно дарить, конечно, чем радовать больше женщин. Мне кажется, идея хорошая, и надеюсь, что будет прилуата в другие, чтобы сделать немного домнишарей из нашей страны веселее, и так у нас есть проблемы в стране. У нас есть администратор креатив. Идея хорошая. Фемеи им дорожат, чтобы было как можно веселее, чтобы были зубы на бузе. Tot zâmbitul pe buză depinde și de bărbați. Bărbații doresc să ocrotească femeile și să aibă grijă de ele. Multă sănătate și un călduros la mulți ani tuturor domnilor și domnișoarelor din Moldova. Vreau să felicit toate femeile apropiate vie, mătușile, domnișoarele, nănașa, felicitări cu ocazia ce le poate. Precum și toate femeile din toată lumea, această sărbătoare frumoasă. Și jucătorii echipei Zimbru au felicitat femeile cu ocazia zilei de 8 martie. Sărut și părul tău frumos, îmbădător ca o secară, când o fioară vând de seară. Sărut și părul tău frumos, și cad iubit-o în genunchi, și sărut piciorul care de suferință ieși doare și cad iubit-o în genunchi. Cu ocazia sărbătorii, jurnaliștii ruși au vorbit cu femeile despre fotbal. Вообще завораживает. Весело иногда бывает. А иногда, ну как, ребята занимаются, бегают туда-сюда за мячом. И даже не знаю там, кто куда должен бить, кто зачем, не знаю ни одного имени. Вот вся вот эта масса, и она действительно, она ведет тебя. Ну так, очень теоретически. Ну, когда красивые мужчины бегают, нравятся, конечно, спортивные, подтянутые. Вас интересует бразильский футбол? Как бы это мой футбол. Ну, в общем, да, наверное. Уж очень много там всяких драк и шума, и гамма. Приятно смотреть, как красивые мужчины бегают по полю. Нет. Когда наши гол забивают, я уже тоже кричу. А большие чемпионаты? Типа, тогда весело болеть в барах с пивом и криками. А я каждый день играю. Как? А у меня собака. Пробовала с ребенком. И ну, на воротах меня ставили обычно. Спорт каждый день в магазин. И из магазина. Вот такой спорт у нас. Не без этого, конечно. В детстве я очень любила играть в футбол. У меня хорошо получалось. Я стояла на воротах, защищала их. И, в общем-то, мне это получалось. Да, хотела бы, но никогда не пробовала. Да, пробовали в школе. Как-то заставляли в школе. Нет, а мне нравилось. Но скорее мальчики поддавались, чтобы не чувствовала себя так ущербно. Ну, Фетисов, наверное. Нет. Нет. Пепе? Да? Нет. Пеле и Оливер Кан, конечно. Почему, конечно? Не знаю, он такой старый. Ну вот наши защитники, как его забыла. Зидан, наверное, самый известный. Потом Месси. Нет. Руни, Рональдо. Лукаш Подольский. Пеле, Марадона. Из известных, ну не Андрей же, Аршавина говорит. Аршавин. Но никчемный. Знаю, допустим, Руда Гуллита.
Там подсказывайте мне, подсказывайте еще кого-нибудь. Березуцкий тоже мне нравится. И Вратарь хороший тоже. Акинфеев, да. Яшина. Вот. Я, видите, не все же потеряно. Футболисты. Господи. Наверное, муж Виктории Бекхэм. С часами что-то связанное. Подождите. Буре, по-моему. Ренат Досаев. Мне безумно нравился в детстве. Я очень хотела, чтобы ему забивали голы, чтобы его побольше показывали. Деньяр Белялединов, но он сейчас не очень. Месси, конечно. Рональдо, Рональдини. Ван Бастен еще знаю. Ван Бастен и Ред Гуллит. Вот парочка. Жирков. Бекхэм. Месси мне нравится. Да. Диего Форлан я обожаю. Потом, Рональдо. Я его не люблю. Криштиану я тоже не люблю. Мужчинам нравится футбол? Не знаю, их это объединяет, наверное. Озорные. Вот в этом я вообще не разбираюсь. Посидеть, провести время с себе подобными. Нам, женщинам, что-то нравится готовить и там еще чего-то. А мужчинам бегать. И дома не бывать. Мир любит шоу, поэтому мир любит футбол. Футбол все любят, потому что все-таки это как летний вид спорта. И все вываливают на улицы, на стадионы. Воспоминания о детстве. И кажется, а я бы сейчас ему забил бы лучше. Мужчинам нравится, наверное, больше болеть, чем играть. Сам процесс болеть, наверное, им нравится. Такой кайф, когда ты забиваешь ворота, ты понимаешь, что ты победил или приносишь какую-то победу команде. И занимают канал. Когда мы хотим мелодраму смотреть, они смотрят спорт. И тогда мы садимся и смотрим тоже, и уже интересно, и начинаем болеть. Для меня это загадка. Наверное, играя в футбол, они чувствуют связь со своим исконным предназначением выигрывать, так сказать, побеждать, быть впереди, быть лидерами, быть настоящими самцами. Посидеть, попить пиво, там покричать, вот это вот их объединяет очень. Наверное, им тоже нравится, когда красивые мужчины бегают по полю. De ziua lor, fetele au jucat fotbal cu veteranii. Jucătoarele selecționatelor Moldovei au jucat un amical cu naționala veteranilor, pentru care au evoluat Rybak, Gosperski, Vier, Konusevici, Arlet, Tolokonikov, Zincler, Tegleațov și Lungu. Vă желаю вас вынесли хороших мальчиков, мужей, любовников, и чтоб ваша жизнь была всегда прекрасна. Femei, femeilor, femei, v-au plâns cu lacrimi ochii mei, v-au plâns cu lacrimi de plăceri frumoaselor femei, femei, femei. Pentru echipa feminină au jucat Svetlana Ceban, Natalia Ceban, Alina Stețenco, Diana Bobuțac, Iana Pogarevici, Olga Cușinov, Ștefania Donica, Olga Tanski, Alisa Kratova, Angela Melnic, Cristina Toderaș, Aliona Guse și Maria Spânu. Frumoaselor femei, te-ați ști cât vă iubesc. Femei! Ce-o să grăle? Eu, haide, că vă rog. Cred că e în meciul Micale și scorul 1-11 este scor favorabil pentru toți. Cred că din partea bărbaților a fost desenit și un cadou. Мы сыграли сегодня отличный матч, все хорошее настроение. Я думаю, счет по игре, все старались, игра была очень интересной, живой. Несмотря на то, что девочки, может быть, сегодня, несмотря на то, что был большой перерыв в футболе, пришли, сыграли на опыте, желанием. Это самое главное, что мы встретились. Было приятно увидеть сегодня ветеранов, пообщаться, поиграть. Получили массу заряда, энергии. Отличный день, отличное начало сегодняшнего дня. Празднуя дальше, мы идем в салон красоты, готовимся вечером, на свидание. Мы, как ветераны футбола, хотим тоже развить этот вид спорта. Поэтому мы сыграли такой матч, вот мы со Светланой его организовали, сыграли чисто и поздравить девочек с таким прекрасным праздником. И я думаю, вот как нас ругают, что мужская сборная слабо выступает, я думаю, с такими прекрасными девочками мы достигнем результата, потому что у нас самые прекрасные девочки во всем мире. Хотел бы подарить подарок прекрасной девушке. Это уже для канала 3. Это от ветерана. А это от ветерации футбола вам на память.
Titlul se decide la Tiraspol. Șerif Dacia este cel mai interesant duel din etapa 22-a din Divizia Națională. Derbiul va avea loc la 9 martie la Tiraspol cu începere de la ora 17. Будем готовиться к шерифу, как обычно готовимся, никакой накачки не будет. На такие матчи команду не надо настраивать, каждый понимает ответственность. Ну, мы интересуемся, что хотим дать. Мы интересуемся, что хотим мы. Что пристигаем мы дуника, сабота виторе, что тут у вас все окей. Da, eu zic că la câștigăm săptămâna viitoare, suntem campioni. Pe lângă derbiul Șerif Dacia, în etapa 22-a din Divizia Națională vor avea loc următoarele partide. Zimru, Fece, Tiraspol, Iskra, Stal, Speranța, Fece, Academia, Fece, Costuleni, Milsami, Olimpia și Rapid Nistru. Meciurile se vor juca sâmbătă 9 martie și duminică 10 martie. Trăiește senzația doar pe stadion! Fotbal Club Zimbru are nevoie de susținerea noastră a tuturor! La Zimbru ar putea debuta fundașul brazilian Samuel de Araújo Miranda, care a semnat cu echipa antrenată de Sergei Dubrovin. Araújo a jucat ultima dată la Sporting Covilhã în Liga Secundă a campionatului din Portugalia. La Academia nu va juca fundașul Iulian Erhan, care a semnat cu Torpedo Jodino din Belarus. În schimb, cu albalbaștri a semnat internaționalul moldovean Alexandru Suvorov. Olimpia va juca din nou sub vechea denumire și emblema clubului, după ce Sergei Kiseliov și-a cerut scuze de la președintele FMF Pavel Cebanu, iar echipa a revenit firme pe care o conduce, Telius CCC. Șerif este lider cu 56 de puncte. Dacia ocupă locul 2 cu 12 puncte mai puțin. Fece Tiraspol se clasează pe poziția a treia. Pe ultimele locuri sunt Nistru și Speranța.